Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я приветствую вас на канале «Мир детских увлечений». Предлагаю вам подписаться на мой канал, чтобы вы могли первыми получать видео, которое я для вас готовлю. Все мастер-классы я готовлю для вас, исключительно для вас. Сегодня мы будем делать браслет с бусинами, и нам понадобятся два цвета резинок. Нежно-коралловые и ярко-зеленые, салатовые. Приступим к работе. Это будет очень простой браслетик. Я буду чередовать сложные браслеты с простыми. Приступим к работе. Да, еще для того, чтобы нам начать работать, расскажу вам о том, что в нашем браслетике будут использоваться бусинки. Показываю, как мы их будем использовать. Мы берем резиночку зеленую и продеваем ее внутрь бусинки. Для этого мы сжимаем резиночку и просовываем внутрь нашей дырочки. И толкаем до тех пор, пока резиночка не покажется с обратной стороны. Вот такие нам нужны бусинки. Я приготовила таких загодя, чтобы их использовать. Итак, приступаем. Зеленую резиночку набрасываем восьмеркой на нашу рогатку. Сразу же мы закрепим застежку вот таким образом. Раз. И прихватим сразу же. Сразу же петельки мы прихватываем. Так. Теперь, внимание, мы набрасываем 3 коралловые резиночки. Раз, два, и третья, три. Одинаково, ровненько. Теперь нижние зеленые резинки перебрасываем внутрь нашего станочка, между столбиков. И немножечко подтянем за резинку. Теперь мы берем бусину с резиночкой и набрасываем одну петельку на один столбик, а вторую петельку на второй столбик. Вот таким образом, чтобы бусинка оказалась между столбиками. Теперь мы берем все нежно-коралловые резиночки, перебрасываем внутрь на правом и на левом столбике. То же самое. Перебрасываем. Берем за застежечку, немножечко подтягиваем вниз. И снова надеваем 3 нежно-коралловые резиночки. Раз, два и три. Вот таким образом. Снова зеленые резиночки одинарные. Перебрасываем через 3 резиночки внутрь нашего станочка. Теперь на столбиках коралловые резинки, значит, надеваем зеленую с бусинкой. Вот таким образом. Раз на одну, на один столбик. Теперь разделяем и набрасываем на второй столбик. Вот так. Теперь снова перебрасываем коралловые резиночки внутрь. Вот так. Выравниваем сразу. На столбиках зеленые резиночки. Значит, пришло время надевать 3 нежно-коралловые. Раз, два, три. И зеленые снова перебрасываем внутрь. На столбиках коралловые резиночки. Значит, пришло время надевать зеленую с бусиной. Мы чередуем 3 коралловые и зеленая с бусиной.
Очень простая череда. И все перебрасываем внутрь нашего станочка. Вот так. Зеленые резиночки на столбиках, значит, снова набрасываем нежно-коралловые. Вот таким образом. Перебрасываем зеленые резинки внутрь. Снова набрасываем зеленую. Вот так вот мы и повторяем постоянно одно и то же действие. Это очень простое плетение, но оно очень эффектно выглядит за счет бусин и за счет сочетания контрастных ярких цветов. Теперь три коралловые. Я думаю, вы уже поняли последовательность. И сами продолжите плетение до тех пор, пока длина браслета не будет вас устраивать. Вот такой браслетик получается. Итак, вот мы с вами и доплели до того уровня, который нам подходит, до той длины. Браслетик достаточно эластичный, растягивается, очень приятный. Он и не толстый, и не тонкий. Очень легко делается и эффектно выглядит. Теперь я вам покажу, как мы будем завершать наш браслетик. Мы снимаем обе последние резиночки на крючок. Вспоминаем о той нашей застежечке, которую мы одели на самую первую резиночку. С крючка снимаем на пальцы, растягиваем резиночки и крючочком хватаем обе резинки. Таким образом. Вот такая получилась у нас застежечка. Так, теперь вот такой браслетик, очень простой, нарядный и в то же время эффектный. Если вам понравился этот мастер-класс, я приглашаю вас подписываться на мой канал. Ставьте пальцы вверх. У нас еще с вами ждет очень много интересных мастер-классов.